время 5:20. Я иду в место встречи. И да, это очередной влог с фестиваля. Сегодня мы едем в Ульяновск. Погода просто кайф. Очень нравится 10 из 10. Мои белые кроссовки тоже заценили. Я иду вот так вот. У меня еще рюкзак. Ну, короче, где-то там рюкзак есть. Ё-моё, я залезла в лужу. Мои белые кроссовки. Нас там ждет автобус. Почти на 50 человек. У нас едет такая делегация из Чебоксар. Мне очень повезло, что я живу недалеко от места встречи, потому что в целом мы встречаемся в 5:30. Я поспала 3,5 часа, еле как собралась. Мне сейчас очень плохо, я просто хочу быстрее прийти, сесть в автобус и уснуть на всю дорогу. Не знаю, сколько часов мы будем ехать, на 4 точно. Мне честно с каждого феста влог. Почему все сонные? Ну, потому что мы проснулись в 4 утра. Я опоздала на час. Она проснулась в 6. Я сняла там, типа, во сколько мы должны были приехать и во сколько мы едем. Я всю дорогу хотела ссать. Я даже не могла спать спокойно, потому что я просто сидела в полусне и ждала остановки. И когда замедлялись, каждый раз открывала, проверяла. Мы нифига не останавливались. Короче, жизнь прекрасна, потому что я теперь могу просто забыла, что такое фест здесь косплей. А? Короче, я забыла, что такое фест, где есть косплей, потому что на последний был Чебоксар до ковида, а потом я не была на таких фестах. Это такие офигенные косплеи. Я подошел летит. Смогла бы купить нормальные штаны, но я не ношу скини. Поэтому страдаешь каждый фест. Да, у меня потом ноги просто жестко отекают. В Ульяновске был мой первый фестиваль, где я выступала полноценно. И я снова в Ульяновске. Это так прикольно, такие флешбеки. Я еще на прошлом фесте словила эти флешбеки, потому что в целом вот этот коридор выглядел примерно так же, и улица выглядела так же. А теперь сюда опять вернулась с более прокачанными навыками. Go.
Как вы себя чувствуете? Я хочу кушать. Быстрее выступить. Когда вы маски выносите, чтобы сзади было место, чтобы я зашла туда. Хорошо. Ну ты либо зайди. Что, мы пойдем. Почему так страшно, блин? Вдохнусь. Хорошо, что был до этого in public у нас. А, бляха. А мы там хотя бы договорились, куда выбегать. Да, бля. Договорились. Мы просто... Мы профессионалы. Вообще нет паники никакой. Вообще не переживаем. Вообще не переживаю. Вон у меня костюм. Ноль переживаний. Это металлисман. Видите? Ноль переживаний вообще. Я танцую не в своих ботинках, а этого еще страшнее. Я боюсь, что я в них упаду. У меня ботинки вообще растирать. Я подмигнула вам.
плакать просто. Я так, я типа со стороны. Сценки косплея классные, мне нравятся. Реально, я, короче, такая сижу, вот, раньше были сценки косплея, и начинается «Атака титанов». Офигенных певцов, потому что каждый номер у меня до мурашек был. Домой.
просто, это прям просто. Молодцы. Реально просто приехали, разъебали. Ну не, не, не обидно, но блин, было бы вообще просто. И комбо, все, комбо. Короче, недовольна. Недовольна, вообще недовольна. Твои впечатления? 100% разочарование, 0% чего-либо другого вообще. Согласна. Короче, у меня вопросики, во-первых, к организаторам, потому что мы приехали, нас не проводили никуда. Мы пришли в одну гримерку, там места вообще ноль. Пришли в другую гримерку, на нас косплееры агрятся. И места тоже практически нету, просто куда-то там в закоулок. Короче, никто не объявлял, когда, кто, за кем. Просто стояли наугад, пытались понять, кто, когда выступает. Залы полупустые, народу нету, отдачи от людей вообще нет, зал просто в ноль. Нам, конечно, кричали, потому что мы охуенные были. Да я тебя не обработала?